Есть же ее смысл, что дел так много, что не успеваешь, а делать нужно еще больше, чувствуя себя белкой в колесе, как выйти из ситуации. Нужно сделать так, как я обычно делаю. Выключаю телефон, ложусь и вылеживаюсь. Почему? Нужно уметь отдыхать. Белка в колесе тоже должна отдыхать. Если белка все время в колесе, она умирает. Расскажите, пожалуйста, ритуал с розой для беременных. Берете розу чистую, в нее засыпаете рис, сверху розочку резиночкой заматываете в мешочек и ложите под подушку и спите на этой розе. Перед тем, как родить, розу развязываете и говорите: «Теперь я рожу».